Всем привет! Сегодня будет небольшой видеообзор на бензиновую самоходную газонокосилку от компании Hyundai, моделька L4310 с мощностью 3,5 лошадиной силы. Мы на выходные с семьей выбрали к своим друзьям и решили протестировать данную газонокосилку. Как обещает производитель, она очень легка и удобна в управлении. Я вам скажу, что вот эту вот территорию 25 соток легко обрабатывает женщина. Давайте посмотрим. Данная газонокосилка отлично подходит для участков малой и средней площади. Поэтому для таких вот небольших площадей в 20-25 соток она отлично подойдет. И наличие привода на задние колеса обеспечивает движение косилки вперед, что в свою очередь облегчает работу с техникой и снимает нагрузку на оператора. Кроме того, смотрите, данная газонокосилка снабжена современным комбинированным мешком 45 литров для сбора травы и заглушка для использования функции мульчирования. Емкость для травы легко устанавливается и снимается. Также есть наличие, смотрите, здесь дополнительно в комплекте идет заглушка для проведения мульчирования. Это такое мелкое срезание травы, которое будет осыпаться прямо на газон в качестве удобрения. Также основное ее преимущество — это то, что газонокосилка снабжена мощным оригинальным бензиновым двигателем Hyundai. Но это еще раз подтверждает высокое качество и надежность данного изделия. Колеса здесь, все четыре колеса на подшипниках, также обеспечивают плавность и надежность конструкции. Газонокосилка оснащается новым четырехлопастным ножом с защитой от столкновения с твердыми предметами в траве, такими как камни, а для удобной регулировки высоты скоса имеется центральный рычаг, с помощью которого можно устанавливать положение по высоте сразу всех четырех колес. Видите, да? Отличная система регулирования. Вот так устанавливаете. И давайте пройдемся по основным техническим характеристикам. Значит, тип — это бензиновая. Значит, объем вот этого мешка для травы у нас 45 литров. И ширина захвата 42 сантиметра. Двигатель, еще раз напомню, это Hyundai. 139 кубических сантиметров. Мощность двигателя 2,57 киловатта или 3,5 лошадиные силы. Объем бака для топлива здесь идет 1 литр. И отдельно еще есть емкость для моторного масла. Производитель рекомендует использовать бензин А92. В нем меньше присадок, поэтому он как бы более надежен. Также, смотрите, есть воздушный фильтр. Можно его заменить. Высота среза травы идет от 2,5 до 7,5 сантиметров. И по колесам, смотрите, диаметр колес передних и задних разный. Передние колеса у нас идут 152,4 мм и задние 177,8 мм. Вес общий 28 кг и гарантия на технику Hyundai в Украине — это 2 года. По системе обслуживания, смотрите, все удобно и доступно располагается. Топливный люк, масло и свеча. Вот здесь вот, видите, да? Можно заменить, даже свечу проверить. Все, все открыто, ничего нигде не надо вам открывать, никаких ключей иметь и так далее. Также здесь еще бесключевая система сборки-разборки, ее можно сложить в автомобиле, перевести и так далее. То есть ручка свободно, вы открутили и сложили ее. Все интуитивно понятно, никаких сложностей для вас не должно возникнуть. И еще одним из достоинств данной газонокосилки является наличие вот этой вот кнопочки «Праймер». Это мы с помощью нее подкачиваем топливо в систему. Вот производитель пишет нам: 3 раза нажмите. И потом уже с помощью вот тросика мы запускаем сам двигатель. Есть небольшой свободный ход. Мы чуть подвели и дергаем. И также по системе управления, смотрите, есть основной рычаг — это работа двигателя. Вы когда держите, нажимаете, газонокосилка работает. Отпустили — она не работает. И нижний рычажок, когда вы нажимаете, идет привод на задние колеса, и газонокосилка самопроизвольно едет вперед. То есть не надо вам прилагать никаких усилий, она совершенно сама будет двигаться вперед. Но даже если вы не нажимаете, можно ее, конечно, повести. И давайте все-таки посмотрим ее в действии, как она справляется с таким газончиком. Высота травы, смотрите, здесь уже более 10 сантиметров. Так что мы пройдемся, сейчас покажем. И давайте попробуем все-таки ее завести. Как рекомендует нам производитель, нажимаем 3 раза эту кнопочку и заводим. Смотрите, мы поднимаем эту ручку вверх и резко дергаем.
смотрите, я прошелся буквально здесь 10-15 квадратных метров, и емкость для сбора травы уже почти полная. Так что сейчас мы высыпаем и продолжим дальше. У меня появились помощники. Привет. Привет. И давайте. Показы, як. Да, смотрите, мы легко открываем эту крышечку и поднимаем. Так. Все. И высыпаем. Ого, ого, да, тут да, травы. Да. Смотрите. Ого. Ты ж трошки постриг, а травы полно. Да, смотрите, сколько травы, реально. И теперь еще здесь можно, или можно поставить, давай ставь. Травочка сверху. Одеваешь эти штучки. Так, раз, все. И два, да? Все, и поехали дальше. Давай. Ну, тележка ездит легко, так что справится и ребенок. Давай. Ты такой сильный. Вот ты такой босс. Давай, я вас трошки проведу. Давай. И леворуч. Смотрите, насчет самоходности. Я управляю, смотрите, одной рукой. Она совершенно меня тянет в себя и тянет еще и меня. Вот, смотрите, это примерно я прошелся, 30% всей площади, где-то примерно 40 минут у меня на это ушло. Я вывез 6 тележек по 2 травосборника вот таких вот. Вот такое вот небольшое получилось видео. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в социальные сети. До новых встреч, пока-пока. Вы думали, это все? Смотрите, вот моя сегодняшняя работа, видите?